Приветствую вас, леди и джентльмены, други и подруги. С вами Мортит, и мы продолжаем прохождение Alien Isolation. Так, может быть сюда, и скорее всего, хотя может придется потом вернуться. Так, фонарь не работает до сих пор, или мы его еще не нашли? Какие-то звуки, блин, повсюду. Че это там? Не, никого. Так, ну, в общем, да, мы продолжаем наше страшное путешествие, вылазим. Пока что ни чужого, никого бы то ни было еще мы не нашли. Тут все на куски разваливается. Да, есть такое, все на куски разваливается. Это что, пылесос, что ли? Какая штука? Использовать. О, пылесосить начал. Не, не пылесосит. Ну-ка, о, я хлам нашел. Симулятор поиска хлама. Так. Тихо. Какие-то звуки. Это то ли станция, то ли кто-то ходит. Я не могу понять, что это такое вообще. Что за нагиб? Так. Так, ну, пока вроде ничего пойдет. Все вроде как-то еще терпим. Бля, это что было? Это человек был или нет? Так. О, кто-то бухал здесь. Баночки валяются. Ого, нифига, да он тут неплохо так нафигачился. Keep moving. Сохраняйте движение. Я буду сохранять движение, я согласен. Мне это нравится. Так. Так, что у нас здесь? Что-то пищит. Не, не работает. Так, ладно. Вообще интересно, конечно, что-то никого нету, всех сожрали. Вот это, по-моему, это что, это труп лежит, что ли? О, да, это трупы, смотри, сколько трупиков, но что-то их никто не съедает. Чужого нету, никого нету, одни трупы, один я. И, в общем, да, как-то оно пока непонятно совершенно. О, энергия. Это я уже знаю как. Давай, нажимайся. А, все, да? О, включилось. Что тут у нас? Давай, покажите мне, что у нас здесь имеется. Так, интересно, здесь что-нибудь можно взять? Нет, здесь ничего нету, надо же. Подождите. А ничего, так, телочки, да? Нормальные такие, прямо хорошие. Так. Необходим специнструмент. Что-то какие-то везде резаки, специнструменты, всякие какие-то предметы, которых у меня нету. А почему у меня их нету? Может, при повторном прохождении дают? Потом надо... Нужен плазменный резак. Опять какой-то резак нужен. Что за резак? Что за нагиб? Где взять? Непонятно. Так. Нужен ионный резак. Блин, тут сколько всяких резаков-то? Так, наверное, не сюда, ребят, да? Так. Наверное, нам в другую сторону. Подождите, но мы там были, правильно? Мы в другой стороне были. Так, здесь открывается. То есть, наверное... Бля... Старого нуба пугаете, блин, я наверняка реально... Наверняка впереди выход. Да, но ты, капитан, очевидность, у нас инструмента-то нету этого. Пройти через главную дверь, цель обновлена. Очень даже хорошо, я согласен. Так, здесь у нас что? Что-то пищит. О! Опаньки, деточка, да. Вот так, глубоко и надежно, да. Да. И мы продолжаем наши веселые похождения. В кавычках, конечно, не особо-то они веселые пока что. Где пищит? Где тут? Нету ничего. Это Тернер. Это Тернер. Пришлось выгонять этого пьяного бродягу. Подонок чуть дверь не разворотил своим ломом. Он, наверное, думает, что здесь можно отсидеться. У нас и так забот по горло. Не хватало, да, с алкашами нянчиться. Правильно. Посадил я его в камеру, пусть проспится. Ага, кто-то в камере сидит. Интересно, он живой, нет? Что-то... Что за звуки? А, во! А, подождите, то есть нельзя пока, да?
Так. Блин, тут... вообще ничего не понятно, ребят. Чё за головоломки такие? Какая-то пустая камера, никого нету. А, вот еще дверь есть, наверное, сюда. Давай, войдем сюда. Черт. Вот, видите, алкоголь очень вреден для здоровья. Так. О. Давай. Залазь, моя хорошая. Шевели своей ароматной попочкой. Так, залезть. Опаньки, вот так. Нормально, похоже, мы идем именно туда, куда и надо. Как я понял, мы сейчас у этого чувака где-то вылезем. Ну, у того, который уже все, который... Наверное, это тот алкаш. О, кровь тут, блин. Да, похоже, его, наверное, чужой съел, или не знаю, кто там. Так, слушать. Отдай, падла, отдай. Мне это нужно больше, чем тебе. Меня звать Зак Уотсон. О, специнструмент. Вот. Чё-чё? Жалоба, короче, такая. Жалоба. Я жалуюсь на службу безопасности. То есть это тот синий вот этот. Они должны нас защищать. Это их работа. Ага. Когда на станцию пробралась какая-то хрень. Ни одна собака чужой, не наверное. Знает, кто это. Да. Никто ничего не знает. Сука, алкоголик, черт. Такой пьяный бред, блядь. Да я знаю, что тебе страшно. Мне тоже что-то не по себе в некоторых моментах тут. Так, давай-ка. Так. Взяли мы специнструмент, значит, все нормально. Алкаша нагнули. И посмотрим вот это, наверное, да? Так, сейчас повернем и глянем, что у нас может быть внутри. Пока тут, конечно, достаточно одиноко в этой игре. Но кто его знает? Клей. Будем нюхать клей. Я шучу, нет. Это зло, это нельзя. Слушайте. Я правильно сказал? Хайст. Слышь, друг. Если ты даже имени своего назвать не можешь, мы тут надо он засядем. Это, наверное, тот синий, он даже не может имени своего сказать. Вся ваша команда из-за него крепко влипла, и он за это ответит. Уж я прослежу, чтобы ответил по полной. Во-во. Нет? Будем в молчанку играть? Тернер, выключи запись. Может, человек стесняется? Понятно, короче, да. Этот, который в молчанку играл, похоже, там ему люлей вставили после допроса. Ну... промежутки между допросами. Все ясно. Так, что у нас здесь? Мы, по-моему, отсюда пришли, да, и вот где-то здесь нам нужна была эта штука. Во. Сейчас я поднагну, давай. Что такое? О. Ой-ой-ой. Руки вверх. Все нормально. Ладно. Успокойся, ладно. Успокойся. Не надо нервничать. Не нервничай. Пипец, она вспотела, как я. Да ты чё, я слышь? Отдай мой инструмент. Рипли! С корабля. А что? Кораблей тут нет. Теперь есть. Да, есть, ну? У нас корабль. Ха, я рад слышать. Потому что тут дело дрянь. Вот прямо только что какая-то хрень взорвалась. Видела. Дамочка. Только это еще фигня. Да? Да. Тут кто-то завелся. Тебе да... такого и не снилось. Да, кто мне же? И не такое убийца. Снилось, не переживай. Ясно! Убийца. Как тебя зовут? Как тебя зовут, правда? На Бондарчука похож. Федор? А, Акси. Мы шли через открытый космос. Понятно. Втроем. А я забыл, его Федор зовут. Ну правда же, похож, да, на этого режиссера. Чё? Ну, через плечо? В смысле? Мне-то что за радость? Ну слушай, возьмём, я не понял. Во, точно. Аргумент баба сразу придумала. Они очень сообразительны. Сначала мне нужна связь. Вот. Надо связаться с кораблем. Какое сладенькое. Так. Бондарчук, давай. Решай. Вот так. Сегодня твой счастливый день. Да. Мой счастливый день. Мой счастливый день каждый день.
пока что не придумывай. Отсюда далеко, но мы попробуем. Давай, давай, шевели батонами, Аксельбанд. Аксель. Я его буду Федором называть. Ну, пошли. Давай, Федор, шевелись. Ну, куда пошли ты? Веди меня. А, это я тупанул. Сейчас, короче, нормально все будет. Опаньки. Я не намерен тут долго торчать. Ой, да подумай, что же мне. Между прочим, мог бы сам открыть женщине, так сказать, меньше работы. Шевели батонами, дядя. Че, идти впереди тебя, что ли? Дамы вперед? Так это ты за мной шел. Ну, я держался подальше. А я думал, что за звуки? Вот кто меня преследовал. Тут нехороший человек. А может хороший, пока что он наш друг, там посмотрим. Держись рядом. Что? Эй, а ну, тихо. Тихо. Мы не хотим проблем. А, они кто свои, что ты? Убери пушку. Я Том, а это Джерри. Нечего пушка классная. Время на этих ублюдков. Пошли, Дженна. Нам надо в центр связи. Поможете найти? Не нужна нам их помощь. Нечего с ними разговаривать. Я починил лифт. Идем, Дженна. Слышишь? Ну, ты оленевод, блин, мы вдвоем опять останемся. Удачи вам. Счастливо, девочка. Baby, I will see you. Как это все понимать? Почему ты такой агрессивный? Народец тут перепуган. Каждый сам за себя. Каждый сам на себя — это на мясорубке free for all. Тут не каждый сам за себя, тут надо командную игру вести. А, блин. Опять я с этим, короче, удодом остался. Федор, шевели батонами, не застревай тут. Так. Да не соврала она тебе про корабль. Подожди, Федор, я сохранюсь. Вот так вот. Так, ну. Да. Все, very good. Погоди, и сейчас лифт открою. Давай, Федя, открывай. Я не против. Дай-ка я. Тут надо восстановить уметь. Подачу энергии. Ласка. А, он сам восстановит. Лаской и с маской. Так. Че, все, да? Ну, чего ждешь? Ничего не жду. Мало ли кто тебя знает. Может, ты тоже на кнопки сам будешь нажимать. Куда я знаю? Федя, братишка, как жизнь? Лысый тоже потеет, смотрите. Давай ты объяснишь, что происходит. Да, прямо объясни-ка. Сейчас. Ты что, в позу встал? Давай так. Вот сядем в твой корабль, нальем по маленькой и будем трепаться, сколько захочешь. Вот именно. Я не пью. Мой корабль. Я хочу знать, в чем тут у вас дело. Прямо сейчас. Ладно, объясняю. Давай, объясняй. У нас тут убийца. Ой, капитан очевидность. Какой еще убийца? Я его не видел, но он есть. Убирает людей одного за другим. Да я, говорит, его не видел, то? Но он есть. Маньяк? Что за убийство, нет, да? Кое-кто похуже. Кто? Монстр. Чужой, понятно, короче. Это чужой по-любому. Если монстр, то чужой. Все, не смотри на меня так. Доставай свой этот суперствол и пойдем нагнем кого-нибудь. Пока игра какая-то мирная, то есть ничего, не надо никого не убивать, ничего, то есть... Даже скучно немножко. А с другой стороны, прикольно. Мы с Федором познакомились. Он сам по себе уже прикольный. Тихо. Черт, валим. За мной. Пригнись. Надо выход искать. А мы тут фигней страдаем. Shift и... Ага, нет, понятно. Можно выглядывать, да? А тут хотя бы тихое местечко. Надолго ли оно тихое? А если сюда придут? Придут, будем стрелять. Заткнись и не беси меня. Не беси меня. Федор, что делать будем? Федор. Федор, сука. Удот. О, этим ребятам лучше не показываться. Иди за мной. Как ты долго соображал. Идти за Акселем в вентиляцию. Очень хорошо. Пойдем в кишку. Давай, Аксель. Аксель, шевели батонами. Да что такое? Во. Залезть. Ты что, их знаешь? Да встречались пару раз. Чужаков они не любят. Даже таких компанейских, как я. Да неужели? Компанейские. Хочешь с ними познакомиться? Иди, рискни здоровьем. Не, не хочу. Мне для красоты. Ну, если мне ствол дашь, я хочу с ними познакомиться. Да, известно что. Выживать. Давай. Шевели помидорами. Блин, конечно, это неудобно. Ты с цепи сорвался. Сама понимаешь, что страх с человеком делает. Да уж поняла. Давай, пролазь. Шевелись. Так, что у нас тут? Ты что, здесь живешь? Уж извини, у прислуги выходной. Бери все, что можешь. Да. Кто знает, будет ли другой шанс.
Ну, будет, не будет, это посмотрим. Да, Аксель неплохо живет. Конечно, не царские хоромы, я но... Я тут неделю сижу и жду, не подвернется ли корабль. Вот ты и подвернулась. Я что, корабль, что ли, подвернулась? Что тут у нас? Тут местами темень, хоть глаз выколи. Тоже какую-то, это, порнушку читает, смотри-ка. И батареек взять не забудь. Здесь у него что? Мозг андроидов, Альберт Магнус. А тут что? Какой-то журнал Траст. Вот Траст, наверное, это да. Что-то сексуальное. Пассианс раскладывает. Короче, молодец. Да выруби эту фигню нафиг. А тут что? Гитарка семиструнная. Так, давайте посмотрим. Что-то я взял. О, фонарь. Фонарик, фонарик, фонарь. Ну-ка. На башку, наверное, надевается, да? Как шахтеры будем. Только не включай, где попало. Чтобы перезарядить фонарь, пошли. Удерживайте F. Удерживаю. Ну, долго удерживать. А, все, да? Во, работает. Давай-ка сохранимся. Да. Залезть. Залазим. Давай-давай. Федор. И так. Что теперь? Я посторожу. Да. Тут где-то есть еще одна шахта. Я ее отметил, чтобы не потерять. Найти вход в вентиляцию. Давай, осмотрись. Это шахта единственный выход. Найди ее. Да ты, капитан очевидности, я понял, что тут единственный выход. Это не та шахта, это тоже не та, и это не та. Где та шахта? Это она? Аксель, иди сюда. Бондарчук, иди сюда. Лысая твоя башка. Давай, колдуй, ты тут у нас специалист, я смотрю, по открыванию всяких вещей. Видишь, я же говорил. Ну, ты говорил, а искал, между прочим, я, давай. Ну? Идем. Ну, что ты там раз постучался? Сим-сим, откройся. Сизам, отдайся. Так, давай, залезть. Вот так. Интересно. Лучше тут не задерживаться. Он все двери так умеет открывать. Давай, давай. Итак, мы с Бондарчуком продолжаем наше путешествие по всяким кишкам. Все ползают по вентиляции. Да, только по те, вентиляции. Ага. Короче, намек. Чтобы лучше себя чувствовать и выживать в этой игре, как нужно... Как говоришь, корабль-то называется? Ну как этот... Торрент называется он? Шевели батонами. Да, надо по тренинг. Вентиляциям лазить, в общем. Надо идти к остальным. У них там проблемы. Тихо-тихо так, как мышка. Пошли. Как вот маленькая крыса. Да. Иди за мной. Да иду, Федор, иду. Не выпендривайся. Нифига, как ты так пролез? Да здесь я. О, тихо, ребят, сохраниться можно. Вот так вот. Very good. Да. Теперь тихо. И фонарь не включай. Не включаю. Тихо ты! Да тихо-тихо-тихо. Все. Успокойся, батя, ты че? Так. Стой! Достаю. Ну что за проблема? Похоже, тут кто-то чужой шарился. Всем глядеть в оба. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Че, Бондарчук, какие предложения? Вот эти трое, похоже, не очень. Не завалим. Ага. Завалим? Ну надо же как-то прорваться. Прорваться к выходу. Да, прорваться надо, да. Ты прав. Вот я думаю, как. Вырубим генератор, и тогда они побегут проверять. Ага. Ты меньше меня. Проскочишь потихоньку. Ты еще хочешь, чтобы я один шел, что ли? Вот ты. Кто последний запас? Диверсия. Отвлечь внимание мародеров. Так, ладно. Не понял, ты чего несешь? Эй, ничего он не брал. Что-то они между собой там ругаются, это хорошо. Пусть они пока отвлечены, я куда-нибудь тут. Медикаментов. А чё, как отвлечь-то? Кто-то левый залез. Этого не хватало. О, а войски Сашана. Так. Здесь ничего нету, короче, да? Вот это может быть? Кто сообщит об этом боссу? Это тоже не то, похоже, все. Это тоже ничего. А, во-во-во-во-во, какой-то терминал, какой-то компьютер стоит. Я говорю, а ты поменьше говори, за умного сойдешь. Как тут? Идем.
А, во. Проверить остальные запасы. О, все, 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 надо, обратно надо сваливать быстрее. Генератор сдох. Что, сам взял и сдох? Там кто-то есть. Чш, что это? Лучше проваливай. Вы же меня не видите. Ой-о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 й. Сука. Негодники. Сейчас все получится, по-любому. Я долго слишком думал, да? Да не включаю ничего, успокойся. Федя. Будь спок. Чем мне стоять? Проблема? Я уже все знаю. Я сейчас сразу пойду, короче, врублю эту штуку. Увидите кого не из своих, сразу палите. Ясно. Стерегите, я запасы проверю. Короче, сразу включаем и сразу прячемся. Туда бежим, к Федору. По-любому надо быть очень аккуратным. Меня эта телка спалила, блин, сучка. Или не телка это была, не знаю. Сейчас, короче, я все исправлю. У меня все получится. Я уверен. Отличное мнение, внимание мародеров. Это мы уже знаем. Ну, блин, давай быстрее. Да вот так вот, да. Что случилось? Вот здесь присядем. Генератор сдох. Погодите. Что-то видел? Ничего ты не мог видеть. Пошел в жопу. Придурок сраный. Во-во-во-во, все как. Кажись, смылся. Так, где там у нас аптечка? Вот так, деточка. Сука, как-то тяжко тут вообще, короче, мне нифига не нравится то, что происходит. Во-во, Федор идет. Интересно, как он через них прошмыгнул. Че сюда? Давай, 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 давай. Федя? Федя, ты идешь, нет? Далеко еще? Почти пришли. Почти пришли. Блин, ребят, вообще тяжко. Аптечка. У нас есть аптечка? Во, мы можем еще одну аптечку собрать. Одну потратили, одну еще собрали. Вообще быть не должно. Рабочая виза неделю назад закончилась. Да, это твои проблемы, Федя. Так, личное, сквозь пальцы, двойной контроль. Я таки сумел добраться до товара. Шеф не заметит пропажу. Станцию закрывает, мало ли что может потеряться в суматохе. Насчет таможни не волнуйся. Синклер велел своим не докапываться. Да им вообще сейчас не до нас. Они там только делают, что с утра до вечера пересчитывают взятки. Думаю, ты получишь, за что заплатил. Бейл. Молодец, Бейл. Опись. А, понятно. Складская опись, ничего интересного. Приход-расход. И все как положено. Дебет с кредитом. Так. Федя, лысямба, ты че тупишь, дядя? Иди за мной, я тебе покажу, что делать. Я сам не знаю, что делать. Федя. Ну? Обесточено. Ну? Эти уроды нас заперли. И дальше что? Ясно. Чтобы открыть дверь, надо одновременно нажать на две кнопки. Я нажму нажать здесь, выключатель вместе. Пульту. Ладно. Так, а где второй пульт? Короче, он не здесь, он, наверное, с той стороны где-то, да? Или как? Здесь ничего нету, короче. Федя! О, Федя, молодец, все правильно сказал. One, two, three. Нажимай. Ну? А, нажать. Все, нажалось. Ой-ой-ой! Федя, Федя, сзади! Ох ты, сука, спасти Акселя. Аксель, я тебя спашу. Бондарчука надо спасти быстрее. Я тебе сейчас... Ну что, на! Получи, блядь. О, хэдшот, детка, you was owned. Да. Получил, блин. Полную жопу огурцов получил. Вот так вот. Ой-о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 й. Быстрее, быстрее, сваливаем. Федя, сваливаем, все правильно, сваливаем, сваливаем. Да, блин, кто-то сзади уже. Быстрее, быстрее, быстрее. Федя к нам пристраивается. Фух, все. Че, все нормально? Ты же его убил. А иначе он убил бы меня. Ты что-то протекает, что ли? Или ты, или тебя.
Ты понимаешь? Да понимаю я, Федь, все нормально, что-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, это кажись чужой. От него всегда такая говно капает. Аксель? Федя? Это что за херня? Федя, тебе конец пришел, по-моему. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сука. Надо сваливать. Быстрее, 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 друзья. Та-т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 а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, я не хочу, 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 не хочу. Вот дверь. Надо уходить. Да я знаю, блин. Ну что делать? Я спрячусь. Никого нету. Нету. Так, 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 тихо, 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 тихо. Не надо, не надо, не надо, не надо. Блин, такой нагиб. Ребят, реально страшно, блин, я офигеваю. Вроде никого пока, да? Не надо, не надо этих звуков. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ничего, эта штука открываться будет, когда она приедет. Лоренс Систеч Спайр. Так, ну вас нафиг, короче. Давай, быстро, 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 быстро. Цель обновлена. Цель, технобашня. Мы проезжаем. Звую бу... Да быстро что-то. Устройство регулировки доступа управления системами, дверями... Не дадут ничего прочитать. Полный нагиб. Цель обновлена. Найти центр... лифт-центр связи. Да, very good, я согласен. Так, что мы имеем? Открывайся. Еще открывайся. Выход к центру связи Сикс. Ой-ой-ой, как громко. Че вы орете-то так? Лабораториям Джемини Экземплайн. Щит какой-то. Подожди, щит. Че за щит? Сейчас посмотрим. Перенаправляйте ток, чтобы включить и отключить системы, находящиеся рядом с вами. Система подпитывается от источника энергии ограниченной мощности. Отключив одни, вы сможете включить другие. Чтобы узнать, где находятся локальные системы, изучите карту на правом экране с помощью маус. Получайте доступ к новым секторам, отвлекайте внимание врага и экспериментируйте с системами Севастополя. Все это поможет вам достигнуть цели. Благодарю вас. Итак, что у нас тут? Нестабильную систему я какую-то включил. Система динамиков. Ладно, пусть будет система динамиков, может нам что-то интересное скажут. Так, что еще у нас здесь есть? Еще один щит какой-то. Во! Все, сохраняемся. Ребята, я думаю, пока что хватит страхов. И если вы хотите бояться со мной дальше вместе, то вступайте в нашу армию. Нагибайте всех. Увидимся с вами.